Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет, слушайте, детишки. Папа этого ответ помещаю в книжке. Если ветер крыши рвет, если град загрохал, каждый знает, это вот для прогулок плохо. Дождь прокапал и прошел, солнце в целом свете, это очень хорошо и большим, и детям. Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, ясно, это плохо очень для ребячей кожицы. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Если бьет дряной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Этот вот кричит, не трожь тех, кто меньше ростом. Этот мальчик так хорош, загляденье просто. Если ты порвал подряд книжицу и мячик, все ребята говорят, плоховатый мальчик. Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальцем, про такого пишут тут, он хороший мальчик. От вороны карапуз, убежав, заохал, мальчик этот просто трус. Это очень плохо. Этот, хоть и сам свершок, спорит с грозной птицей. Храбрый мальчик, хорошо, в жизни пригодится. Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха. Про такого говорят, он плохой, неряха. Этот чистит валенки, моет сам галоши. Он хотя и маленький, но вполне хороший. Помни это, каждый сын, знай, любой ребенок. Вырастает из сына свин, если сын свиненок. Мальчик радостный пошел и решила кроха. Буду делать хорошо и не буду плохо.